Всем привет, ребята. Девушки, вас с Международным женским днем. Всего вам самого наилучшего. Мужикам мозги не компостируйте, главное. Живите спокойно, дружно и так далее. Какие еще спальни? Турция, короче, значит, сегодня тоже празднуют. 8 марта. Праздничный. 14 февраля тоже, кстати, празднуют. Такой мечеть. На удивление, они же праздники мусульмане, многие не празднуют. Сегодня плюс 21 градус. Цветов, кстати, здесь вон сколько приготовили девушкам, женщинам, бабушкам. Просто на, можете затариваться. Свободно. Реклама такая. Сейчас мы гуляем, ребята, по Лалили, короче. Вот это Лалили район. Здесь, короче, блядь, все торгуют. И вещами. И балом, походу, тоже торгуют. Вот такие дела. Торгаши, барыги, мы все здесь собрались в одну кучу. Ну, есть еще здесь район Биязид, там тоже продают. Продают и покупают. Здесь, кстати, правила движения не существуют для пешеходов. Они ходят как хотят. По барабану. Разговаривают по середине дороги. С людьми. Опа. Пришли в день. Ну, в общем, так. Все смотрят, знаешь, удивляются, короче, типа, как это так, идут по улице и снимают видео, что они думали. Там здание такое, да, симпатичное. Такие здесь, ребята, короче, районы, кварталы, мэн. Живые массивы, да. Почти как в Лондоне, только не в Лондоне, да. Какие магазины здесь. Улицы. Заброшенные улицы. Как вам? Идет. Смотрящих и подсматривающих тоже вон куча. Дося, Дося. Магазин, да. Фонари. Нормально, да, вид? Вид с окна называется. Hello everybody всем, да? Фимка. Фимка работает, смотрю.
Ладно, всем пока, спасибо за просмотр.